Тебя смущает, что я не совсем человек? Я не встречал никого человечнее тебя. Я же просил возвращаться до темноты. Я потеряла счет времени. Алита, ты должна быть ответственной. Ты очень особенная. Постой! Ты не просто подросток. Что вам нужно? Ты не помнишь? О чем ты? Док нашел тебя на свалке. Значит, ты попала к нам сверху. Я просто обычная девчонка. Тебе внушают это? Нет! Я не ваша дочь. Я не знаю, кто я. А я знаю. Ты самое совершенное оружие. Это просто оболочка. Она не плохая и не хорошая. Это все зависит от тебя. Я не бездействую при виде зла. Она угроза естественному порядку вещей. Это вовсе не игра. Это охота. Вы должны уничтожить девчонку по имени Алита. Это самая большая ошибка в твоей жизни. Ты о чем? Ты так и не понял, кто я. Для меня честь получить титул «Гражданин года». Я всего лишь обычный человек, который расчищает дорогу к цивилизации, просто убирает снег. Когда каждый день едешь по одной и той же дороге, часто думаешь о других жизненных путях. Но я выбрал правильный путь. И останусь на нем. Мистер Коксман? Чем могу помочь? Речь о вашем сыне. Передозировка героином. Мы не знали собственного сына. Но Кайл не наркоман. Все родители так говорят. Ты ведь скажешь пару слов? Кайл мертв. Что случилось? Он связался с одним наркодилером. Викингом. Опасный тип. Что за дебильные кликухи? Спиду, викинг, эскимо. Это фишка гангстеров. У тебя тоже есть? Напарник. Напарник. Я его прикончу. Ладно бы один пропал. Ладно, двое. Меня хотят убить. Пропало трое дилеров викинга. С чего ты взял, что сможешь кого-то убить? Читал много крутых детективов. Что ты делаешь? Свою работу. Его такого не бывает. Уверен? Коксман, гражданин года. Ну и молодец. Седой, зарплату не поднимут. Что есть, не отняли бы. Сосед, сука, по ночам ремонт делает. То сверлит, то стучит. Жену он твою сверлит, Терехов. Что ты сказал? После работы бодаться будете. У
Завод банкротить будет. Работаем до конца месяца и все. Сейчас денег нет. Появится, выплачу. Вот так. Нагреть его надо. В машине охранник и водитель, он сзади. Дорога к вечеру пустая. Блокируем двумя КАМАЗами. Берем его. Везем сюда. Он звонит своим шавкам. Нам деньги привозят. И Ташкент. Делаем так. Возвращаюсь с деньгами. Ухожу вместе с ним. Складно? Ты же ментов не привел? Штурм. Я что тебе сказал делать, Скотт? У вас никаких шансов не будет. И никаких вариантов. Я ведь тебя понимаю. Тяжело, работяга. Ну, я гляжу, как ты слезами залился. Сюда 300 человек на улицу выкинул. А где живут? Знаешь? Мужики, да ладно. А бабы здесь пи тут при чем? Где справедливость? А нет ее. Справедливости. Нету. Ну что скажешь? Будешь моим вице-президентом. Решайся, ты мне нужен. Ну, Джордж, я возглавляю большую корпорацию. Я был министром обороны, главой администрации Белого дома. А вице-президент – это, в общем, должность символическая. Угу. Однако, если мы придем к иному пониманию, я мог бы взять на себя рутинные дела. Контроль госаппарата, армии, энергетики и внешней политики. Ну да, мне нравится. Пока у тебя в руках власть, ее будут пытаться отнять. Ты стал еще жестче, чем раньше. Но мы договорились или как? По рукам? Я полагаю, мы с тобой сработаемся. Добро! Власть! Вот так, сожми. Мы справимся.
Пойдем другим путем. Это остров Олух, сынок. Он веками был домом для многих поколений наших предков. А где-то там, на краю света, живут драконы. Я знаю, тебе суждено когда-нибудь найти их тайный мир. Беззубик, сколько раз говорил, это тебе не игрушка. Ладно, давай. Принеси. Ну и как мне теперь спускаться? Эй, братец, ты куда? Посмотри, он такой не один. Еще одна ночная фурия? Скорее, это светлая фурия. Дневная фурия. Да, пожалуй, твой вариант лучше. На остров надвигается целая армада. Они идут за нашими драконами. С таким опасным врагом мы еще не сталкивались. Найдем тайный мир, спасем драконов. Я уничтожу все, что тебе дорого. Я найду тебя! Ты ничто без своего дракона. Если он победит, мы потеряем драконов навсегда. И кроме нас, его некому остановить. Ну, и что будем делать? По драконам! Зачем ты притащил малыша? Не смог найти няню. Это тайный мир драконов. Истинный вождь. Ну что, братец, время пришло. Как приручить дракона 3. Глядите-ка, кто здесь! Обхохочешься. В кино с 21 февраля. Забудьте про это. Мы никому не скажем, ни единому человеку. Одно слово, и мы мертвы. А когда вернемся? Никому. Молчите и делайте так, как я скажу. А, все же явился. Это твои вещи? Все, что есть. Папа! Привет, солнце. Я люблю тебя, Мэри. Я тебя тоже. Томас! Что там? Живой? Не дышит. Сундук. Чини. Держись, Дональд. Дональд. Нужно посмотреть, что в сундуке. Не расслабляйся. Я открою. За ним кто-нибудь придет. В смысле? Это опаснее, чем вы думаете. Назад. Прячьте золото. Будут вопросы. Ничего не находили? Нет. Они вернутся. Что делать? Будем осторожны. И держимся вместе. Ясно? Нужно сваливать. Мы остаемся. Где мое золото? Мы
Мы заплатим за все, что совершили. Помоги нам, Бог. А давайте сыграем в очень интересную игру. Мы все кладем мобильные телефоны на стол. Все звонки на громкую связь. СМСки зачитываем вслух. Ну что, серьезно, что ли? Играем. Хочу увеличить круг. Что ты мне не рассказывал? Ты бы за компанию пошла? У нас как раз сейчас акция. 4 сиськи по цене 3. Ну, одна моя знакомая 10 вечера, ну, каждый день шлет мне фотографию. Ну, такую. Голую? Не. Не всегда. Ну, да. Он правда только что сказал это? Подрастающий гений. Он наш малыш-гений. Майлз не такой общительный, как остальные дети. Но у него невероятный интеллект. У меня нет точных цифр, но его IQ очень высокий. Он особенный. От продюсера фильмов «Экстрасенсы» и «Шесть демонов» Эмили Роуз. Мамочка, что со мной не так? Майлзу сейчас очень трудно заводить друзей. Расскажи мне все, что ты помнишь. Я ничего не помню. Мозг Майлза невероятно развит. Ему, наверное, нужен специалист. Ты должно быть Майлз. Майлз опасен. Я чувствую постоянную тревогу рядом с ним. Что это? Он очень изменился. Такое чувство, что я совсем его не знаю. Мама. Мама, прости. Майлз? Майлз, что случилось? Мам, мне страшно. Иди сюда, малыш. Омен. Перерождение. В кино с 21 февраля. Я новая горничная, мэм. Зовите меня Мэгги, мисс. Появляться на этом этаже вам запрещено, это не обсуждается. Может, вам стоит оставлять дверь открытой? Умница, Мэгги. Кто-то должен присмотреть за девочками. Поэтому мне и нужен тот, кто сможет действовать от их имени. Без лишних сантиментов. По-вашему, нас можно отослать? Вы трус, отец. Если понадобится помощь. Открывай, живо! Я готова. Не говори так, если не уверена. Я уверена. Ты очередная перезрелка, засидевшаяся в тявках. Стой! Открой дверь! Я никому не позволю тебя обидеть. Я сдержу слово. Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. And they all look just the same. Хотите все контролировать? Но жизнь не научный эксперимент. Управлять в ней всем невозможно. Попробуйте на каникулах сделать то, что вас пугает, ладно? Да. Эксклюзивный ваучер на вход. В квест комнаты минуса. Найди выход из нашей иммерсивной комнаты. И получи $1 миллион. Интересно, а когда начнется игра? Думаю, это и есть квест-комната. Ищите зацепки. Какие зацепки? Все, что напоминает загадку или какой-нибудь код. Тут циферблат, как у духовки. Это не иллюзия. Становится теплее. Простите, мы хотим получить подсказку. А это уже не смешно. Стало намного жарче. Как отсюда выбраться? 451 градус по Фаренгейту. Сюда!
Вот это детализация. Что ты несешь? Это было реально! Глупый вопрос. Мы вышли? Чем скорее поймем, тем скорее выберемся. Дэнни! Дэнни! Кто это сделал? Они следят, им известен каждый наш шаг. Они знали про нас все. Я лежала в этой больнице. Я тоже. Все создано специально для нас. А раньше у вас бывали видения? Но мне это не привиделось. Выживание — это выбор. Я хочу уйти! Выпустите меня! Вот почему выбрали нас. Клаустрофобы. Мы пришли с планеты Дупло, чтобы уничтожить вас. Привет, гости с другой планеты! Нам не нужно больше драться. Видите, друзья? Бежим! Люся! Эммет! Они забрали Люсю и остальных. Крепче держись корешками, кустик. Астероиды! Не против, если я спасу тебя? Только за! Славно! Я Рекс-бронежилет, а это мой корабль. Это динозавры? Что ты делаешь в космосе? Инопланетяне похитили моих друзей, и я должен их спасти. Здесь правит инопланетная королева. Я королева Многолика Прекрасная. Говорящая лошадь? Я могу изменить форму, если вам некомфортно. Приветики. Нет, давай обратно, лошадка симпатичнее. Поможешь спасти моих друзей? Научи меня быть крутым. Давай, найдем твоих друзей. Кто тут хороший мальчик? Да, это ты. Эммет! Люся? Ты как-то изменился. Ты что, нарисовал щетину на лице? Что? Нет. Промахнулся. А вот и нет. Умора! Банан поскользнулся на своей кожуре. Голову не расшиби! Вы чуть меня не забыли? Неужели? Я фонарь все-таки. Как можно меня не заметить? Я люблю тебя. Но... Я женат. Я люблю тебя. Я женат. Я как бы ничего не скрывал. Ты как бы не спрашивал. Я люблю тебя. Сегодня же скажу ей про нас. Не, лучше завтра. Козлы. Убивал бы. У вашего мужа есть любовница. Хорошо, что не любовник. Дорогая. Валя. Лена. Ира. Я стою на краю. Ты что-то? Мальчик. Поздравляю. И таких много. Тысяч. Нас миллионы. Ну что, начнем? Карать. Залезла к нему в телефон. Смотрю, написано «Валентин». Но я сразу поняла, что что-то неладное. Оказалось, я у него не одна. Она третий год обещает мне развестись. Но, по-моему, ее и так все устраивает. Надо что-то сделать. Отомстить. Креативненько. Глаз за глаз. Лену. Что случилось? Умерла жена. Как? Опять? Надо было Ниночке другую отмазку сказать. Ниночке! Их трое, они молоды и опасны. Молодцы, бабы. Они компрометируют попавших к ним в ловушку неверных мужей. Жены не виноваты. А если виноваты? Да все равно они виноваты. Мы же хотели пожить вместе. Что значит пожить? Это вам что, тест-драйв? Дочь моя ни разведенкой, ни брошенкой не будет никогда. Если что, только вдовой. Вы никогда не задумывались, почему вас подсознательно притягивают женатики? Потому что женатый – это бренд. Бля, я не понял, что сейчас было. А почему вы развелись? Чтобы не убить?
Сначала ты изменяешь своей жене, потом ты изменяешь своей стране. Мне кажется, это успех. Мне кажется, это жопа. Я вас люблю, увидимся вон на той горе через час в новом году. Пока! Приближаются стрелки к 20, Новый год уже где-то в пути. И ко всем, кто сейчас у приемников, ты лети, наша песня лети. Это самый лучший Новый год в моей жизни, ребята, идите фоткаться! Приехали. Что это вообще за прикол такой? Да, походу, электричество вырубили. Это надолго? Помочь, сэр? О, здравствуйте, офицер. Вам помочь? Нет, нет, все в порядке, спасибо. Что у вас там? Пеканы. Везу вот племянницы. Пеканы? Да, пеканы. Она делает худший в мире ореховый пирог. Жалко ее мужа. Впрочем, пеканы тоже жалко. Семья – это самое главное. Не делайте, как я. Я поставил работу превыше всего. Я думал, что важно стать кем-то, но в итоге стал ничтожеством в собственном доме. Я был ужасным отцом. Ужасным мужем. Я все упустил. Я недостоин прощения. Этот раз последний. Прошу тебя, Господи, помоги мне. Прошу за все прощение. Перед вами молодая семья. Мы 5 лет в браке, детей у нас нет, и не так, чтобы мы пытались это как-то исправить. Да там одного раза вот, достаточно. Депрессия у нас гораздо регулярнее, чем секс. Отойдем. Я больше не хочу жить с мужчиной, который не зарабатывает денег. Ну что, ничего нельзя уже изменить? Беда у меня. Развожусь я. Еда сближает. У меня мало времени, что я должна делать? Поужинать со мной. 7 раз.
сегодняшний ужин мы проведем с закрытыми глазами. Хочу тебя поцеловать. Твое молчание – это знак согласия, да? Что за фигня? Ты все время слушала музыку и не слушала меня? Я могу с тобой не разговаривать! Нам с тобою было супер! Супер 8! Я не терплю, я на жилах терплю! Хали-гали! Сегодняшний ужин мы проведем абсолютно обнаженный. Супер! Супер 8! Хали-гали! Да расслабь ты уже булки, а давай выпьем. Я вам, наверное, помешала. Мы должны сказать друг другу самые главные слова, несмотря ни на что. Он уводит мою жену. Она ему уже не жена. Я вообще-то еще ничего не решила. Этот человек для вас стол накрыл. Он даже торт праздничный купил. А когда у нас последний раз в семье были праздники, а? Ты хочешь сказать, что мы 5 лет жили в тюрьме? Мы заботимся о таких женщинах, как ты. Меня зовут Мэри. Ну, конечно же. Ты пришла, чтобы дать ребенку лучшую жизнь. И сама знаешь, насколько злой этот мир. Все, кто прибыл в эту обитель, должны оставить в прошлом прежнюю жизнь и вещи. Одобрение настоятельницы — это все, что должно вас заботить. Я верю, что ты тот божий дар, которого мы ждали. Здесь происходит. Мэри что-то видела. Лицо. У меня строгие правила, но они существуют не просто так. Мы придерживаемся строгого обета молчания. Так мы становимся ближе к Богу. Твоя боль лишь приближает тебя к Нему. В этом месте нет добра или зла. Вы просто не хотите его видеть. Я думаю, они солгали о моем ребенке. Они сказали, что он умер. Нужно действовать заодно, чтобы выбраться отсюда. Твое постоянное вмешательство принесет им только боль. Нет! Нет! Ты аморально грешна и омерзительна. Помогите! Я нарекаю тебя Агатой. Святая Агата. Чувак, свали. Меня нехило накрыло. Как будто я уже прожил этот день. Дежавю? Да. День начался заново, когда ты умер, да? Точно. Ты обратился по адресу. Я умирала 11 раз. Каждое утро я просыпалась, и все повторялось. Снова и снова в день моего рождения меня убивает какой-то псих в маске младенца. Выяснилось, что это моя соседка Лори. Я вышвырнула эту психопатку из окна, она умерла, и петля разомкнулась. Нынешняя версия моей жизни вполне ничего. Все нормально? Нет. О, проснулась. Я тут твои брюки берег. Вот б***ь. Чувак, так ты переспал за... Твою ж мать! Понедельник 18-е! Опять! Спасем планету? Все тот же гребаный день! Я думала, петля разомкнулась. Жесть. Теперь все иначе. Каждый из нас в опасности. Если ты не начнешь день сначала, они погибнут навсегда? Значит, мне придется умирать снова и снова, чтобы вас всех спасти. Короче, тебе просто нужно убить себя. Ты просто гений. Все лучше, чем бегать от психа в маске и думать о смерти. Ладно, хрен с вами. О, проснулась. Put the back in the choke on.
focus, man. My money on my mind. Got a meal out the field and I'm still in the grind. I show this. Я буквально умираю, как хочу выяснить, в чем тут дело. О, проснулась. Как меня это достало. Ну иди сюда, гад. Опять маньяк в маске, Триш? Да чтоб я сдохла, хуже только растолстеть. Счастливого нового дня смерти. В кино с 28 февраля. Есть у меня для вас служба. Мирный поход в пограничные пределы за золотом. Ты кто? Поручик Демарин. Пойдешь на Тобол? Я Семен Ульянович, прибыл с экспедицией. Золото будут искать. Город Еркент. Где это? На границе. Злая калмыцкая степь. 14 недель идти. Эти русские расстояния держат нас в плен сильнее оков. Но я точно буду свободным. Вернусь домой, в Швеции. Батя, я в рекруту записался. Чего? Дурак! Решено все! Чего? Я в поход пойду, батя. Отходим! Ванька, догоняй! Марс Семен, что вы мне позорите-то, а? Я вас прошу, идите домой. Хочешь на свободу? Когда доберетесь до Джунгар, ты перебежишь к ним и передашь золото, которое я тебе дам. Парламентер едет в Ранцы! Русские сговорились с Китаем и нанесли удар нам в спину. Ты пришел ко мне с войной! Нам не нужна война. Он предал всех нас. Это знак, есть причина война. Губернатор не мог ослушаться царя. Что теперь делать? Надо остановить войну.